Пятизвездочный отель King Eveltown имеет очень большое здание, белое, красивое, новое. Отелю буквально полтора года. Заходим в отель. Очень здесь красивый фон и необычный дизайн самого лобби. У отеля на данный момент 90 номеров заполнены. В отеле King Eveltown номера довольно-таки приятные. Есть ванна, туалет, биде, зеркало, все принадлежности для душа, гель для душа, шампуньки, мыло. Вот наша ванная. Ну, все еще очень свежая, в принципе. Отель только полтора года назад открылся, поэтому еще не успели все подушатать. Вот наш номер. Номер достаточно большой, приятный, светлый. Телевизор. Ну и выход, естественно, на нашу прекрасную веранду. Наш номер вот с такой вот большой красивой террасой, откуда открывается прекрасный вид на море, да и на территорию отеля в целом. На первых этажах в основном это сьюты с приватной террасой и со своим бассейном. Ну а в третий, уже четвертый этаж это номера в основном с небольшими балконами, но опять же с прекрасным видом на море. Вокруг отеля в принципе особо ничего нет. Есть вот такой только красивый сад с цветочками, с пальмочками. Выйти особо некуда из отеля. Но на территории есть очень много баров, ресторанов, куда можно вечером пойти посидеть, погулять, послушать живую музыку.